Привет, друзья! Начнем утро с кофейного напитка. Починил свою машину. Недавно выкладывал маленький ролик, когда ее пришлось полностью разобрать. Первый раз это делал. Было, конечно, очень страшно. Я ее усю на запчасти разобрал. Не знаю, что получится с этого. Еще вот этот теперь термоблок осталось полностью разобрать. Его как раз... Вот именно там только и надо поменять эти прокладочки, сальнички. А для этого надо разобрать всю машинку. Но, по крайней мере, все получилось. И кофейная машинка у нас отлично работает. Вот сейчас сделаем утреннего кофейка на основе молока. В основном пьем капучино. Машинку, кстати, советую. Она сама себя вот каждый раз промывает, прочищает. То есть полный автомат. Вот выбираем капучино, нажимаем кнопочку. Запрограммировано уже количество зерен, количество молока. То есть она программируется, можно под свой вкус, под свое количество, объем кофе сделать. То есть это вот идет помол зерна, шумит, все, кофе намолото. В это время льется молоко с пенкой, пенку делает очень даже замечательно. И теперь вот сам кофейный напиточек пошел. Машинке этой уже 6-й год. Чашек сделано просто немерено, потому что пьем в основном один кофе. Чай очень редко пьем. То есть пробег у машинки очень большой. И вот совсем недавно, вот на днях, пришлось ее разобрать, поменять прокладки. Потому что стала подтекать вода. Но вот после замены прокладок все прекрасно работает. И я сам себе удивлен. Я ее собрал. И из кофемашины, как мне друзья шутили, что разобрать-то разберем. Говорит, а вот соберем, может, мясорубку, может, какую-нибудь еще другую прибамбасину, но не кофемашину. Но вот удалось собрать все-таки кофемашину, которая... О, не передать, запах пошел. Которая прекрасно готовит кофе. Напиток готов. Вот такой он, трехслойный. И теперь вот если подождать, то верхняя пенка будет постепенно оседать туда вниз, растворяться молоко. Вот она, если так видно. Очень красиво делает кофе. То есть внизу молоко, здесь кофе в серединке и наверху пенка. Так что всем приятного утра, всех с крещением поздравляю. Сегодня крещенские купания будут, поэтому всех с праздником!